Вот еще обзор по цвету гавана в длинномере. Вот эта доска имеет ширину 175 миллиметров. Длинномер, она идет полностью длинномерная. Вот смотрите, это 180 сантиметров. Вот так вот выглядит. Специально мы положили образец, чтобы представить картину полностью. Наверное, ни у кого таких образцов больших нет. Я редко встречаю в салонах, поэтому решил обязательно снять. Посмотрите, как в образце, вот именно в длинномере все это смотрится. То есть вот этот образец при желании, ну, если какой-то объем реально хороший, мы можем даже, наверное, попросить, и нам дадут на примерку в реальном интерьере. Потому что цвет, к сожалению, под электрическим светом, видите, он варьируется. То есть я приближаю, ну, сейчас я попытаюсь посмотреть на экран и вот, чтобы реально представить. Ну, где-то вот так вот он выглядит. Но вообще он выглядит очень благородно, смотрится идеально просто в интерьерах. Особенно на больших пространствах открытых. Так что обращайтесь. Вот это Рустик. Селекция Рустик. С такими сучками. Но они совершенно здесь никак картину не изменяют. Даже, наверное, дополняют. Как-то это все смотрится даже как-то художественно, что ли. Еще раз приближают. Фактура, конечно. Цвет уникальный. Но он и очень популярен. Еще посмотрите, он не смотрится именно кондово, как-то грубо, потому что идеальная подгонка по геометрии. Все доски калиброванные. И на такой ширине все знают, что появляются щели. Вот здесь на образце, который просто между собой соединен, их нет. Могу приблизить, даже показать. Ну, то есть вот